Ты такая опасная. Красивая, а я стою в сексуальной... Смотри, у меня так же? Я думала, это видишь? Ты видишь? Так же. Ты так же себе делала? Да. О май гад. Здравствуйте, мои хорошие. Рад видеть вас на канале Телькафлей. Я Наташа, и сегодня мы с Настей играем в таверну-симулятор Эль Этейл, который называется, где нам нужно будет строить свою таверну. Я обещала вам поиграть в эту игру вместе с Настей, так что... Посмотрите просто на эту... как я? Я, кстати, примерно так же выгляжу на самом деле. Со стороны Насти вы можете видеть мой лук. Мы такие сестры-близняшки. Да, не они были одинаковыми. Они одинаковые, кстати, не сговаривались. Да, так получилось. Вообще, я тебя могу швабры затыкать. А что ты бегаешь за мной с этой щеткой? Да, да. А мне надо почистить. А вон у тебя, у тебя задание есть сбоку? Бери задание. Так, у меня есть, убери две лужи. Наташ, ты что ли их сделала? Уже я успела, обоссалась, пока я захотела? Да, купи, значит, вот этот вот дед. Да, дед, вот, вот у него дед. Он швабры выдает. К нему надо не приставать, да, он выдает швабры. Тебе нужен топор и швабра. Купи у него швабру и топор. Так. Я сейчас Настю заставим убираться. О чем я сказал? Подожди. Да, неважно, он говорит, какой прекрасный здесь чудесный мир, вот это вот все. Мы с вами в демку играли этой игры, и я играла в нее одна, и вот мы теперь играем с Настюшкой. Вдвоем будет веселее, будем строить свой паб. Он мне не дал ничего. Он мне говорит, торгуем, и что я должна ему сказать? Е. Я нажала, магазин повторяет. Магазин открой. Вот магазин, женщина, вот магазин. Касса. Ну так бы сразу сходили. Так, выбирай, значит, топор и метла. Так, вот, метла и топор, все есть. Все, пошли, пошли, я тебе покажу, где выбирать. Я буду контролировать. Так, стой. Пойдем. Ой, какая ты женщина. Женщина заработала. Прям ты такая опасная. Красивая, а я стою в сексуальной. Смотри, у меня так же. Я думала, это сексуально. Ты видишь? Так же. Ты так же себе делала? Да. О май гад, о май гад. А ты вниз смотришь? Вот так вот. Наташ, ты прям четко себе засовываешь. Ну-ка, а ты-ка давай, ты вниз. Смотри вниз. О май гад. Ты понимаешь, что происходит? Ну, так, смотри, вот лужа. Лужа, вот лужа, грязь. Ты пробежала, вытираем, давай вместе. Умничка. Я что ли убирать буду? Мы вдвоем, вот. Давай вот так. Вот, видишь, это же наша таверна. Паутину надо убирать. Там одна на улице была. Паутину я только что на улицу убирала. Вот, давай, молодец. Где-то заржавела Настюха. Да, немножко. Так, я убираю паутинку. Все, у меня все чисто. Нет паутины. А вон Настя, ну что за работа такая? Так мне по заданию две сказали убрать. Надо все убрать, чтобы было чисто. Ну не такое. Все что ли? Купи подставку под бочку, под напит. Ну ты пока убирайся, я пойду закупкой займусь контрольной. Ну я уже. Ну ладно, я еще посмотрю что-нибудь. Так, ты все на чистое поставила. Значит, на ух ты ж. Ух ты ж. А солому тоже убирать? Убирай или все. Или потом будет другое задание? Убирай все, моя хорошая, убирай. Ну ладно. Я иду устанавливать. Значит, смотри, значит, сейчас, пока значит, подставка для бочки. Давай, вот сюда вот ее ставим. Устанавливаю бочку. А, нельзя. Ух ты ж, ёпта ж. Ну, давайте ее сюда поставим. Ты не ставится? Во, смотри. Там есть двор. Че ты бегаешь? Такая фигня. А где ты вообще? Я да я здесь, Настя. Ну вот. Так, бочку поставила. Это которая. Просто бочка. А, плита. О, это горшок. Ночной. Ну, короче, я пока все здесь поставлю, а там если. Да, что, мне засчитываются прекрасно твои задания, поэтому. Ты можешь налить водичку в посудомойку? Это посудомойка. Так, бродильня, посудомойка, налить воды. Давай, наливай водичку. Я пойду. А, надо ведро, наверное, купить. А, скорее всего, да, и она просто так из меня не выходит. Так, ячмень, бочка, кружка, вода, тарелки. Вот, давай ведро куплю. Да купи, пригодится тебе ведро. Наполни ведро водой, ведра. Это твоя миссия будет. Купи ведро, там, покликай, Настенька. Всё, ну, вижу. Давай, надо, чтобы ты тоже принимала участие в нашей спонтанной так, прогулке. Так, и что, мне на речку идти? Да, иди на речку. Ну, топтали мне тут уже в таверне. Слушай, вытирала все, не знаю, где ну, они. Ну вообще, не знаю. Не речка, Наташ, тут колодезная вода. Правильно, набирай колодезной водички, чтобы застудиться. Так, тут кто бочку не убрал?
Так, а я с ведром посмотри. Ведро у тебя в инвентаре. А как достать? Покрутить колесико мышки. Типа, ты что, в первый раз в игру играешь? Оно типа без ведра. Сделай ячменное сусло. Так, я делаю ячменное сусло. Наташа, сделай мне сусло. Подожди, мне нужна вода, чтобы сделать сусло. Пойду тоже. У тебя ведро есть, а да у меня просто есть. У меня все есть. Уже вечереет. 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 Ты сверкалась. Будем пиво скоро с тобой варить. Так. Это я одобряю. Так, ячмень. Ну, начнем с сусла, да? Да, вот, варю. Варю пиво, Настя. Наконец-то у нас есть пиво. Две опасные женщины полуголые с пивом. Можно продолжить заниматься всякими вещами. Так, ладно. А если топором? Топор мы никуда там не тыкаем случайно. А френдли файра нет. А где ты глаз потеряла, женщина? Ну ты только что мне топором ударил. Тебе задали вопрос, вилкой в глаз или в попу, раз ты выбрала в глаз? Да-да-да, это из серии про пики печёные. И что-то там толчённое. Да. Понятно, понятно. Ну ты так, как пиво сделается, бочку поставь. Ага. Я тут приберусь на улице. Тут ты тут что-то не добралась вообще. Ты там одна не гуляй, а тут и без штанов. Да нормально все будет, я 100 раз так делала. Я просто, у меня трусы верности, понятно? А я тоже пояс себе нацепила. Вот и все. Все продумано в этой игре, смотри. Блин. Он дзынькнул, прикинь, как. Давай, этот. Забирай пиво. Так, неси взяла. Бочку вот сюда, сусло. Ставь бочку. Вот сюда, давай, ставь бочку. Давай. Она ставила мою бочку. Установить предмет. Возьми ее в ручки. А, она у меня в инвентаре. Подожди, ячменное сусло у меня стоит. Что, я что-то не так делаю? А! Тебе надо бочку сделать. Вот сюда, в бродильню, оно еще не добродило. Мы не доделали пиво! Вот. Бочка и. Все, давай, бочка. Ячменная. Бас. Расколбас. Ведро с водой, давай, я добавила. Все, я готова. Все, ты готова, все, ты добавила, оно вместе. Пойду водички так налью. А на воду я сусло. О, смотри, лобное место, тут можно костер? А, это все, это костер. Это потом у нас тут будет этот... Будем здесь выращивать еду. Спойлеры! Пиво опять готово. Все, Настя, смотри, сейчас а поставлю. Мы можем его употреблять? Нам надо же, наверное, это. О, смотри, кайф. Налей кружку Иля. Требуется кружка. У тебя есть кружка? Да. А у меня нет, а торговец уже все. Подожди, давно пошел. Как-то. Подождите, я за кружкой. Настя, у меня есть что, пиво. Что, получилось? Смотри, у меня есть пиво. В руках? Где? Есть пиво, нет? Нет. Жаль. Я его выпила. Уже? Ой, Наташа, какие пузырики от тебя пошли. Вот это, иди выпей, купи себе кружку. Наклюкалась. Ничего себе. А ты знаешь, что я иду вперед, а мой персонаж идет назад. Когда я иду назад, персонаж идет вперед. Выпей тоже пиво. А ты уже на улице? Ой, боже мой. Давай, выпивай пиво. А ты где, на улице пьешь пиво? Да. Оно у меня в руках? Да, нет, не в руках, пей просто. А как? А, все, я протрезвелась. Ну, кликни на него. А так не кликается. Ну, выбери его в инвентаре и выпить, кликнуть. Так. Может, она пустая? Подожди, может, я не налила? А, может, я выпила? Ты бочку забрала. Ставь бочку назад. Ставь бочку назад. А я думаю, где теперь бочки? Теперь Е нажимаешь с так, кружкой. Так, взять е. Кружка Эля. Е. Так. Е. Просто Е. Не зажимаешь, просто нажимаешь а, Е. А, просто... все, я с кружкой. И просто... Всё, да, выбираешь кружку. Ой! Ой, Наташ! Я про это и говорила. А как же шевелиться-то? Вперед это назад, а назад это вперед, а вниз это... Ебать, это больше не пить. А ты видишь, у меня пузырики, я застряла. А Настя набухалась. Блин, зачем я тебя послушала? Ну, ты должна была весь экспириенс прочувствовать. А прикинь, в жизни так же набухаться. Ну, примерно, наверное, да. Ё-моё. Так. Ой, я протрезвела, Наташ. Да там быстро отпускают. У меня кружка грязная. Помой, иди, помой. В мойке помой, ладно. Я пока столы нам куплю. Так, чтобы помыть мойки, надо туда... А, там есть. Там есть вода, здравствуйте, мы же все сделали.
Так, ну что, у меня есть стол. Где хочешь, где поставим стол? Так, а, подожди, я мою. Давай вот тут вот на коврик. Хрена. Вот. От одной кружки пива у меня такое грязное. Я поставила стол. Красиво, мне нравится. Мне кажется, коврики, да, это типа, знаешь, указывают куда лучше. Да, метка. Так, я теперь буду готовить ячменную кашу. Тебе бы тоже, на самом деле, учиться готовить ячменную кашу, а то потом будешь сама вопросом давать. И вот я сейчас тарелку куплю. Кружка есть, ведро есть, бочка есть. Так, я готовлю ячменную кашу. Вода и ячмень нужно. Готовлю, короче. Пока тебя дождешься, у меня все клиенты голодные будут. Да реально. Но что-то так ты быстро убегаешь, все уже сделано. А как мне сделать ячменную кашу? А вот все. Потом сделаешь. Ну ладно. Можешь пиво еще сварить, кстати? Да, давай я пиво сварю. Все. Нам надо теперь составить меню. Я составлю меню. Значит, у нас каша и кружечка Эля. Все, я пошла открывать таверну. Сейчас придут даже первые гости. Ура! Так, а я за водой. Как раз тут готовится. Все, мы ждем посетителей. А-а-а! Ты перепутала. Я обрадовалась, блин. Сначала варишь, потом бродильню. Потом бродильню. Ой, ну, что, ой, я ой, за кого обучали? Я стажер. Понабрали по объявлению. Я стажер, подождите, мне надо время. Кого набрали по объявлению? Подайте три. Наш первый клиент идет, смотри, какой мужчина. Уже идет? Смотри, япон страшный. Настя, он, мне кажется, сейчас изнасилует. Ой-ой-ой, я убежала, кстати. Он очень страшный. Он такой, смотри, быдло идет, прям такой, утюща супу. Здрасте. Он расстроенный, здрасте. Он хочет кружечку пенную. А, не готова. Не, у нас же в бочке налито. Все, я ему дала пиво выпить. Точно. Он разговаривает, меня пугает. Меня пугает, что он разговаривает. Как-то страшно. Ну, как у тебя дела? Боюсь. Варишь пиво? О, там еще пришла Шовла. Так, она тоже хочет кружечку пенного. Так, ну... я научилась. Я научилась, Наташ. Молодец. Молодец. Клиентов я так рада. А че, где мужик-то? Он уже выпил пиво и ушел. И ушел сразу? Он деньги хоть оставил? Не знаю, такое ощущение, что нет. Розалина Розмаринова. Розмаринова. Может, ее надо вынести? А во, мужик не сел. Давай, обслужи мужика. Так, взять заказ. А что она песни поет? Может, ее шваброй надо ударить? Ой! Ты ее ударила? Я ее прогнала шваброй. Говорит, кружку Эля ему. А что она бузит тут? О, яблоко кто-то выкинул, тут огрызок какой-то. Это мусор, может, мы его можем использовать? Не знаю, но я убираю паутину тут опять. Так, я закрываю таверну. Все, закрыто мы сегодня. А мужик ушел? Нет, сидит. Ты Василий чё? Быстров. Дядь Вась. Василий? Василий. В фильме так, присутствует сцена Василия. Так, у меня сусло готово, а у тебя каша. А я иду мыть кружки. Я поломойки. Посудомойка. Посудомойка. Ну должен же хоть кто-то тут что-то намывать. Меня беспокоит, что никто не купил у нас, знаешь что? Что? Кашу никто не купил. Подайте, да, 10 блюд. Испортится. Так, а зачем мы тогда закрывались, если надо подать 10 блюд? Я забрала кашу в тарелку, Наташа. Ну, потом кому-нибудь подать. У нас теперь есть готовая каша. Все. А давай откроем все. А я открылась. А, ну все. Так, пиво каша. Ждем Машу и Пашу на нашу идет. Кашу. Идет. А, прикинь, это она там еще, идет. Но у нее там не сложно. Она, по-моему, обратно пошла. Ты смотри, чтобы тебя дикие кабаны не убили. Здесь опасный мир. Такие? Да. Мы сейчас обслужим с тобой и пойдем ползать. И пойдем исследовать. Это конечно. Что, выживание? Ну, типа того. У меня грызок есть, может быть, переработан в компосте. Это на будущее. А где компост? Ну, у нас пока его нету. Так, а что, мы открылись? Идут к нам люди, нет? Так, открыто. Открыто. Ну и где? О, идет. Такие синхронизировались. О, идет. Это кто? Приветствую, путник. Бьорн. Медведь, получается, если перевести. Медведь. Медведь гальский.
Так, ну что, кашу хочет? Чон. Мужчина, что будете? Давай, обслуживаем. Кашку. Дай ему кашку. На кашку. Ух, какая кашка. Ля, когда богатырская. Ешь кашку за Наташку и... Блин, жаль, ты не Машка. И Сашку. Ну или Сашка, не в рифму. О, вот эта толпа к нам идет. Ой, там что-то прям много. Слушай, а я ему целую тарелку отдала. Ну у меня есть. Я обслужу их, если что. И кружки так, кончились. Так, бухла надо. Ну я обслужу. А я сразу несколько взяла. А у меня денег-то нет. А куда ты все деньги дела? Не знаю, вон кружка. А, 25 стоит, нормально сейчас накуплю. Настя, деньги, это... У меня нет тарелок теперь, не хватает. У меня много всего. Кто там что хочет, ты уже лежишь. Так, ты все отдала, да? Так, ты посуду надо мыть. Крысиный какой-то король пришел к нам. Я пойду за водой сбегу, кончилось. Крысиного короля. Вода в этом кончилась? Ну, там мало. А, ну, надо мне добавить. Хватит помыть посудку. Так, смотри. Он же кружку оставил, типа, грязную. Да, бери, тут. Мой. А, я думала, все, ЕГГ. Не, надо мыть. Ну, все. Так, кружка, сейчас... пиво и каша. Так, мужчина, сейчас дело каша. Пойдет у нас. Разливаем пивасик. Мне кажется, теперь у меня дофига кружек, Наташа, все на кружки потратила. Да? Так, я сейчас знаю, что сделаю. Я сделаю сейчас, куплю полку нам. И давай. Ты на эту полку выложишь... Кружки. Музыкальный автомат, карта. Так, полка для кружек. А, мне не хватает денег, извини. Ну, блин, а можно продать кружки? Наверное. У меня их знаешь сколько? У меня их ого-го. Слушай, прикольная игра, мне нравится. Ну, так я говорю, надо выливаем пиво. Надо будет еще распределить обязанности. Он кинул, кружку кинул. Он кинул кружку, говнюк. Представляешь? Так, надо у него это забрать, что надо штрафовать таких вообще-то. Он кинул кружку. Слышь ты, черт. Так, я пока играю в симулятор посудомойки. Пойду-ка за яичком. Я тоже. Да, ты тоже? Да, я постоянно... О, Ария Кипелова к нам пришла. Ария Кипелова. Я налью пивасик. Поставишь бочку? Ладно, я сама поставлю бочку. Подожди, что-то меня... Я за ячменем. Подожди, а где у нас бочка? А, надо сначала взять бочку. Все. Тебе идет Краболюбова. Краболюбова? Зачем она любит крабов? Кашу захотела. Настя, у нас нету каши готовой. А я сейчас сделаю. А я тоже могу. У меня есть, оказывается, ячмень, есть вода. О, я приготовила. У нас круглый стол и сундук доступны теперь. Новый супер. Уровень. Супер, но кашу надо женщине дать. Женщина пухнет от каши. Блин. Надо срочно сварить кашу. А она, кстати, быстро варится, а я сейчас следующую поставлю как раз. Тарелка есть? Да, чистая. У меня все есть. Блин, у нее прям живот урчит. Дей. Да. Так, пиво литр выпить. Держи. Лучше выпить, кстати... пиво литр, чем но сосать соленый литр. Все, кашу можешь приготовить. А там еще есть. А, ты забрала? Да, я очистила. А что значит очистила? Она у тебя где-то... Ну, я в кружку, сохранилась? В чашке, да, себе положила. А, ты в тарелочке разложила, да? Да, да, да. Я главный по тарелочкам. Все, прям по... Блин, мне так впадло быть кашу. Симулятором вот этой посудомойки здесь. Да, блин, посуду они дофига хотят. Нам нужно третьего человека, который будет мыть посуду. Который будет мыть посуду. А можно тут, кстати, этих нанимать? А, ее можно не мыть, а ее можно загрузить. А-а-а, то есть поняла. Мы можем... Может, короче, ну, скидывать ее можно, а потом мыть в конце потом смены. Блин, я пойду еще тогда тарелок куплю. Так, ну-ка, подожди, проверка. О, реально. О, все, Настя, помянем. Точно посудомойка будет. А можно будет нанимать дальше людей? Ну, я не знаю, честно. В демке, знаешь, мы ограничились пивом, кашей и все. И я засадила кукурузу, на этом демка кончилась. Слушай, тут можно лишнее продавать, если тебе что-то не надо. О.
Вообще кайф. Это здорово. Ну, мы сейчас много денег накопим. Надо, мне кажется, стол еще один. Я... Что хотите, Егор? А у меня Годрик Галапопов. Кашки захотел. А это что? Что вот этому надо? Отношу. Слушай, ну я накормила пацанов. Пацаны все жрут, общаются, у них тут весело. Так, а как ты, кстати, посуду положила, тарелку? Ну вот сюда, вот в бок. В бок, не на бочку, а вот сюда загрузить в это. О, смотри, вообще имба. Интересно, кто будет посуду мыть по итогу. Ну, давай по очереди. Одну свину ты, одну свину я. Мне кажется, это будет честно. Кто первый? Давай на цуипа. Начинается. Так, смотри. Ну ладно, давай я помою. Я не приготовила, что ли? Я уже выложила одно. А, я второе уже одно выложила сусло. Так. Не хватает древесины, нужно построить зиккурат. Две кружки эля. У меня нет кружек. Так, взять кружка эля. Есть у меня. А, у меня есть еще. Я ей тоже дала. Все. А, все. Да-да-да. Слушай, если она нажрется, сделаешь одолжение, ударишь ее тапком. Топором? Да, ну типа там чем. Но не сейчас. Чтобы она ушла. Да. Так, опять заказ пришел. Что хотите? Пришел заказ, проверьте доску заказов. Что? Кружка. Доставка еды? Да. Чего? Кому-то придется доставкой заниматься. Это еще надо им относить, что ли? Я симулятор курьер. Так, посуды нет. Настя, ну кому-то придется отнести доставку. Я кашу отношу, подожди. Я тарелки помыла. Тебе? Ой, молодец, сейчас я тебе новую принесу. Все тарелки у меня. Да? Да. Так, рутинные дела в таверне. А где ты говоришь заказы смотреть? На доске заказов. А так, где мужик доска нажрался заказов? на улице. Так, что, топором его? Ну, чем-нибудь. Вот, он пока не буянит. Да, его надо выгнать, Эндрика Беззубова. А, шваброй тыкни. Шваброй его тыкни. Ой, а я девку случайно дала. Ну, ты в следующий раз построй. Иди посуду мой. Давай. Я пойду доставкой займусь. А их можно просто выгонять. Подожди, а куда доставку-то нести? Подожди. Может, надо передать курьеру? А, вот, квесты. Доставка еды, отслеживать. Кружка эля и каша. Так, а куда это доставить надо? Ой, я поехала. У меня доставка, Настя. Ты главная в таверне. Ты меня бросила. Они что-то хотят. А у нас есть вообще каша? Все, за пару, Настя. Я случайно выпила вместо того, чтобы отдать Наташу. Как далеко доставка. Я пьяна. Ну, ты можешь всегда закрыть таверну. Помогите. Ладно, ты там справляешься. Фига тут пчелоубийцы. Так, мы сейчас закрываем с тобой таверну, идем исследовать мир. О, да, хорошо лежат мужики. Мужики, ваш заказ. А, мне, наверное, у них нужно забрать. Подождите, а дайте мне ваши... Свои кружки? Ну, дай. Блин, а хорошо лежим? Вообще, я им завидую. На чили, пацаны, максимум. Нет, так, сейчас вместе пойдем заказ отдавать, Наташа. А там новый пришел? Не знаю, но, наверное, придет сейчас скоро. Ты закрой таверну, если не справляешься. Так, они отдают мне кружки? О! Они пропали. И что, и кружки твои забрали? И кружки мои пропали. И тарелки? И тарелка пропала. А денег-то хоть дали? Я не знаю. Мне кажется, нас развели. Тебя заскамили. О, нет. Что теперь делать? Как теперь жить? Я не понимаю. О, алкаш тут идет. Гость прошел мимо, нет свободных мест. Писец. Так. Настя, ну ты что, ты не справляешься, ну с гостью так, уходят. Так, подождите, у меня все кончилось, они хотят кашу. Я закрыла таверну, все. Не Правильно. Переживай.
А те, кто остались, что с ними делать? Ну, кормить, любить. Короче, не ячменя. Слушай, да, у них есть таймер. Я пошла за ячменем. Настя никого не обслуживает. У нас должна быть система. Ой, у нас вообще ничего нет. Все наклевнулось. Это потому, что ты меня бросила. Ну, заказ был. Яндекс.Еда. Так, горшочек. Я пошла. Я тут воду натаскай. Это сделай. А почему? Чего? Да воды теперь я же наливала. Давай я налью воды. Все, я варю кашу. Давай. Так, пиво еще надо сварить, да? Да, 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 слушай, надо подготовиться сразу. Я в бродильню положила воду. Мы ничего не успеваем, ничего а не успеваем. Сусло, Наташ! Сусло надо приготовить. Так, я еще за водой. Так, а ты, у тебя есть кружки? У меня кружки. Да, нет. Да, да. У меня много. Вот, все, я сейчас возьму. Так, сейчас. Значит, это отнеси кашу. Так, я отнесу кашу человеку. Эль, это на. Так, вот, сейчас кружечку сделаю, пивасика. Все, помою кружечку. Боже, прям какая-то паника наступила. Да, да, чего так они хотят много. Запара. Так, все, сейчас я пивасик. Смотри, у меня много вот ячменя. У нас пивасика. Его можно как-то. Блин. Матильда синяя. А, ты ее покормила. Все, отлично. Да, я ей дала уже. Подкладывает она мне. Ты что, офигела, что ли? А это ты моешь? Там что? Этот маленький человек. Перевертыш? Он проснулся, отполз от места, где спал, на полу, перевернулся и лежит на животе. Он сам перевернулся? Он же переворачивается у вас? Он вот уже 2-3 раза сам перевернулся. Ну, то есть он уже начал осваивать этот навык. Но самое смешное, что он уползает. То есть я его кладу на коврик, я через 5 минут прихожу, он может на полу лежать где-нибудь в другом конце квартиры. Я так, как ты это делаешь? Так, ну что, Настя? Так, все у нас готово. А, я пойду. Есть бочка, есть каша. Бочка, бас, расколбас. Так, значит, смотри, я сейчас сделаю нам этот самый, куплю нам что? Полку для тарелок. И кружек. Ебать, что она так... А, все, что ли? Да. Все потрачено было на ячмень. О, Настя, прими заказ на доске заказов, отнеси доставку. Так, ткните меня носом где-то. На улицу, иди, вот, ко мне. Доска. Вот. А, все, так, и что хочет? Ячменная каша и кружка. Отслеживать. Так. Ячменная каша есть. И пиво. Пиво, водочка. Пиво-водочка. Делаем пивасик. Сейчас я сделаю пивасик. Так, давай. Пивасик поставила. Все, забирай. Забирай, моя хорошая. И чё? А где отслеживать задание? Нажми, значит, тап. Квесты. Доставка еды, отслеживать. И неси. Доставка еды. Отслеживать и неси доставку. А там вообще-то уже смеркаются. Ну вот и справишься, я в тебя верю. А меня съедят волки сейчас? Ну если они тебе попадутся, ну ты аккуратненько. Наташ, там кабан, Наташ, там кабан. Ну вроде ты пробирала. Там кабан, Наташ, а ты за мной идешь? Нет, я в таверне. Ладно. Ты ж деньги зарабатываешь. Мне говорят идти в лес. Иди в лес. Не в болото, ладно. Я побежала. Иди в лес. Они так далеко. Иди в лес, говорит. Ну, хоть не в болото. Так, Настя. Оказывается, блюда их можно выставлять. А, в смысле, просто из инвентаря? Ну, вот увидишь потом, как я поставила, да. Ты там сервировкой занимаешься. Да, я тут жизнью рискую. Я... Ну, понятно. Ну, блин, моя хорошая. Ну, как бы, понимаешь, ну... Такова жизнь. Тебе мухомор собрать, Наташа. Ну мы сейчас вместе пойдем в следующей серии. Ладно, у меня тут закрыто все. Возвращайся ко мне. Тут какие-то могилы.
Да бляха, не исследуй без меня, я тоже хочу. Я ничего вообще не вижу, я убегаю, меня кто-то ударил, я побежала. А нехер шляться без меня. А как вернуться? А надо было дорогу запоминать, ты в курсе? Чувствую. Я думала, мне доверку сейчас... Мы потеряли Настю. Покажут, ну, типа, обратно точку. Ага. Настя, ну ты бежала по прямой как-то. Ну, тут вроде бы есть указатели, ладно. Все, у меня все готово. Клиентам? Да. Мне кажется, я заблудилась, Наташ. Ну, я не могу тебя найти. Я тебя давай утром найду. Утром мой труп уже ты найдешь. Так вас мы потеряли, Настя, ребята. Вот такая вот получилась сегодня веселая серия. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, то поддерживайте нас лайком, подписывайтесь на канал, все ссылочки в описании. Скоро увидимся. Пока. Или не увидимся. Па-па-па-па.